История поколения – документальный сериал, в котором Папа Римский, Франциск и другие люди старше 70 лет делятся воспоминаниями о своей жизни. Этот фильм, а также лента Кена Бернса «Мухаммед Али» будут представлены на кинофестивале в Риме, который откроется в четверг и продлится до 24 октября. Среди приглашенных звезд – американский режиссер и сценарист Тим Бертон и его коллега по цеху Квентин Тарантино. Всего в этом году в разных программах, включая специальные показы, зрителям предложат 23 художественных и документальных фильма. В них есть много общего, говорит директор фестиваля Антонио Мондо. Целый ряд картин рассказывает о смелости людей, которые отважились противостоять злоупотреблениям различного рода, в том числе со стороны власти. Римский кинофестиваль откроет лента «Глаза Тэмми Фэй» режиссера Майкла Шоуолтера. Картина повествует об американской телеведущей евангелистке и ее муже, которые оказались вовлечены в череду скандалов. What did he tell you to do this time? Завершится кинофорум показом фильма «Вечный» оскароносного режиссера Хлои Джао. God does not want us to be poor.